Всем привет! Продолжаем гулять по мифам. Сегодня я вас познакомлю с изображением и с историей Кастора и Поллукса. Кастор и Поллукс, от римского и греческого Кастор и Полидевик, братья-близнецы Диоскуры, юноши Зевса, считаются олицетворением преданной мужской дружбы. Кастор и Поллукс, близнецы, дети Леды, жены спартанского царя Тиндарея. По одному из вариантов мифов отцом Кастора был Тиндарей, по другому из вариантов Зевс. Кастор считался смелым укротителем коней и искусным наездником. Поллукс – лучшим кулачным бойцом. И, конечно же, дружные братья участвовали во многих походах, соревнованиях, битвах. Когда Кастор пал на поединке, он должен был отправиться, как и все смертные, в царство Аида. Но обладавший бессмертием сын бога Поллукс умолил отца не разлучать его с братом. И Зевс разрешил им пребывать вместе. Но один день на Олимпе, а другой день в царстве мертвых. По некоторым преданиям, они были превращены в созвездие близнецов. Братья изображались прекрасными юношами, иногда с конями, которые они держат под уздцы. Ну вот и все о Касторе и Поллуксе, братьях-близнецов, которая олицетворяет преданную мужскую дружбу. Посмотрите, пожалуйста, изображение. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Do.